Жительница села Курсавка Сият Чигарова с нуля открыла собственный бизнес по пошиву и ремонту одежды. Всего год назад девушка умела только вышивать, а сейчас отшивает летние платья и даже пальто. Началось, началось вообще все с вышивки. Я занималась вышивкой, потом как-то вот в разговоре со знакомыми сидели, что вот-вот займись пошивом, как бы ты умеешь, почему бы нет, ты это все понимаешь. Поехала, ездила на курсы, обучалась, потому что я ничего не знала. В принципе, вот с машинками я понятия не имела, с какой стороны к ней нужно подойти. Я ездила полгода на обучение, полностью от и до, от построения до вот перенастройки самой машинки полностью. Сегодня я могу предлагать вышивку на одежде, на термопрессе наклейки наклеивать. То есть, пожалуйста, вот тут стоит у нас мужчина с наклейкой. Вот такие вот узоры могу запросто делать. Вот, это оверлок кардене, то есть это для тонких тканей, для летних тканей. То есть, у меня спектр расширяется услуг, и, соответственно, я могу большее количество клиентур к себе привлекать. Начинала самозанятая с простой швейной машинки и оверлока. Чуть позже появилась возможность приобрести профессиональное оборудование. Девушка строит большие планы по развитию своего бизнеса и в скором времени хочет стать индивидуальным предпринимателем, чтобы работать на маркетплейсах и набирать сотрудников.